Добрый день, друзья. Сегодня буду снимать танцы, посвященные Дню освобождения Бреста. Вот оркестр духовой города Брест уже собрался. Ждем 6 часов, будет начало. Брестские дамы, смотрите. Основная масса в шляпках. Видите, как красиво. Летние дамы в шляпках. Собрались, но мужчин поменьше. Обычно мужчины раньше приходят, а у нас наоборот, дамы раньше приходят, а мы потом приходим. Вот. Все мои звезды сидят здесь. Я снимаю, так что... Танцы обещают быть хорошими. Народ еще подтягивается, еще время есть. Вот и выставка, смотрите. Ну, будет интересно, мне кажется. Ну, а вот начинается праздник. Слаженный и чуткий наш армейский строй. Мы твои солдаты, отчий край родной. В каждом сердце есть мужество и честь, мы как никогда едины, да-да-да, и навсегда. Цветы победы дарит май, встречай, любимая, встречай. Смотрите. Война войной, судьба судьбой, а я мечта всегда с тобой. Если над землею завтра грянет бой, на пути врага мы встанем все. Началась война, и наступила тишина. Не все вернулись с той войны домой, и старый генерал, и рядовой. Цветы победы дарит май, встречай, любимая, встречай. А кто погиб, кто же свое отдал, легендой стала наша слава. Пусть летят поезда,
месяца два, как ночь и дождь и канонада, очень много раненых у нас. И возьми косилки, Маша, помоги подруге Даше, очень трудный бой идет сейчас. Василий Ильюк поет свою песню «Бресту тысяч». Брест, Калиска наших лесов, Брест, Брест.